За жизнь молодой женщины из Новодвинска Алены Трофимовой борются все – родственники, знакомые, друзья и даже пользователи социальных сетей. Рак у Алены обнаружили 2 года назад. У Алены есть 13-летний сын Виктор и муж Алексей, который сейчас находится в Мурманске на заработках. Горе в семье подкосило всех. Мама Алены постоянно плачет, а сестра не знает, кому еще обратиться за помощью. Алена хочет жить, и помочь может каждый. Кто словом, а кто денежными средствами. Более подробную информацию можно узнать ВКонтакте, в группе «Спасите жизнь Алене». Там же есть номера телефонов и реквизиты банковского счета.